есть люди, которым прекрасно удается превращать свою жизнь в сплошные Олимпийские игры, в постановку целей таких глобальных, и еще и каждый раз выигрывать. Вот. Но я для себя, наверное, выбрал такой второй вариант, когда можно просто жить, радоваться жизни, не ставя супер глобальных целей, но постоянно работая над решением над достижением целей поменьше, которые вот рядом сейчас. Но вот для меня такой метод, наверное, проще. Мне с детства нравилось фотографировать, и раньше как-то получалось очень много это делать. В каждой поездке я брал с собой фотоаппарат, очень много фотографий привозил, даже делал альбомы. Вот. Но как так получилось, что когда есть возможность купить хороший фотоаппарат, то возможности найти время фотографировать нету уже. Но так что я очень рад, что сегодня выбрались мы. Что-нибудь, надеюсь, сфотографируем. Мне кажется, что чем больше человек изучает искусство, чем больше читает, чем больше вообще увлекается различным видами искусства, то эмоциональный багаж больше, и это должно помогать, я уверен, в игре и найти какие-то новые краски, и больше разнообразия внести. Всегда нравились какие-то компьютерные технологии. Вот. В свое время даже увлекался трехмерной графикой. Даже успел поучаствовать в разработке так и не вышедшей компьютерной игры. Слава богу, что не вышло. Вот. Делал трехмерные модели. Всякие играющие фортепиано, самые играющие фортепиано, они же были еще лет 100 назад. Вот. А потом еще появились современные аналоги. Ну и, к счастью, не заменили настоящего человека. Хотя со стороны формально можно и без человека уже устроить концерт, поставить рояль. Он сам играет, вот тебе акустический звук, и там уже все записано, все как надо. Никаких ошибок даже не будет. Вот. Ну, к счастью, этого никогда не будет. Я надеюсь.
я абсолютно рад, что все складывается так, как складывается сейчас. И большего желать странно. Потому что, на мой взгляд, сцена увлекает настолько, что не сможет надоесть вообще никогда. Особенно, когда мы играем такую красивую музыку.